Воу-воу-воу, привет, друзья! Моя вам бодрое здорово! С вами, как всегда, Лёха Рови. И добро пожаловать в Дейз. В Дейз. Короче, решил я в Дейзик зайти. Вот, поскольку начал скам снимать, а там опять какое-то обновление, 60 гигов, это так долго будет сейчас качаться. Я, в общем, думаю, дай-ка пока Дейзик запишу, а там скачается и камчик тогда снимем. Кто смотрел прошлую серию, помнит, да, у нас мальчишка вот такой якут. С рюкзачком такой. И с дробашом, но, по-моему, без патров. Вот, в принципе, вкратце статистика. Сколько мы там, 50 минут повыживали, 9 зомбей убили. 3,5 км прошли. Че, выдвигаемся? Подписывайся на канал, если не подписан, обязательно влупи свой лайчинский, если видео понравится, и в колоколень, так душевненько, забубень. Ну чё, погнали? Чего, блядь? Куда меня нахуй выгнали с игры, блядь? Вас выгнали из игры. Какого хуя меня выгнали из игры? Че, блядь, за бред, нахуй? Вы че там, охуели, блядь? Простите за бедность речи, блядь. Мы, значит, целых 50 минут потратили. На персонажа. Я уже даже полюбил этого якутика. Вы чё, волки, блядь? Ой, прошу прощения. Короче, меняем сервер. Звезду их. А где сервера-то? Избранные. Официальные. Короче, походу сервер куда-то пропал. Ну ладно. Честно, вообще пофигу. Не особо-то мы и расстроимся. Места 60. Это типа 60 всего, а сколько там играет человек? А, вот, наверное, средняя, маленькая, средняя. Вот, давайте сюда, вот это светло. Европейский сервачок. Чего за базы данных ответ? Чего несете-то? Че, блядь, заблокировали? Русских нахуй, че? Что за прикол? Пинги какие-то космические. Нет, вот есть же. Это что такое? А это Ливония, это на DLC, да? Ну, давайте вот этот. Ты меня вообще не собираешься пускать? Что это значит? Ты что, укулеле? Залупой какой-то пахнет. Эй, ты кто? Ты якут? Да, якут. Ну да, помните, мы дохрена всего нашли. Точно, точно. И мы в полицайке. Чик. Ой, у нас даже это, кстати, заряженный пестик. Мы вообще себя нормально чухаем. Вот, ну чё, все наладилось, ништяк, за хорошо. Да, не буду ругаться. Короче, тут походу уже
Мансан вели. Так, а в этом есть по... Ой, в этом есть... А, ну в этом резиновый, все, я вспомнил. Ну чё, рассказывайте, как у вас дела? Как ваши дела, делище? Кто знает, если что это за ошибка была? Кто шарит, можете написать. Поношено. У нас убитые, еще и мокрые, поменяем. Потому что... Какая-то непонятная херь просто произошла. О, еще один, может новый? Нет, тоже поношен. Нет никого тут. Осмотреться. Первым делом... Братики, сестрички, всегда осматривайтесь, блядь. Иначе можно по лицу выхватить вообще. Так. Что-то слышу. А, это дождь. Ну нет, смотрите-ка, тут вроде все закрыто. Ключи от наручников. Нахер они нужны? Ну, в принципе, можно кого-нибудь приковать. 380-очки. Блин, а у нас так их полно. Да? Давайте распечатаем. Из 80-очки у нас где-то были. А где у нас были? Так, это резиновые пули. Мы в прошлый раз коробку нашли. А нету 380-очек. У нас есть что-то похавать. А в этой херне у нас ничего нету. Мы оставили. О, у нас есть дальномер. Так, а что, мы можем, наверное, вилы скинуть? Ну-ка. Как у тебя? О! Крутяк. Он, конечно, без этого. Но мы можем... У него как бинокль смотреть. Короче, вилл скидываем нахер. Вот так сейчас сделаем. Вот так, вот так. Вот так. И мы будем в длинномер зыркать. Так, давайте еще раз тут пробежимся. Может, найдем полицейские штанцы. А у нас брюки. Поношены. А у нас... У нас нульцевые брюки белые такие. Ну такие нормальные у нас брюки, в общем. Не будем менять. Это тут слотов больше. Где наш пижам? Нет, так же. Оп. Куколка у нас есть. Если что. Не знаю, там она может заклинить, да? Потому что она... Такая ушатанная, да, достаточно. Жилетов, короче, вообще шквал. Блин, одни жилеты. И все, все пушки кто-то забрал. Потому что часть дверей... О, не тронута. Прям нульц-нульц. Часть дверей открыта. Часть закрыта. Может быть какой-нибудь подсидун. О, вон еще один обрез. А что, поблотнее нашего? БК-133, 12 калибр. И у нас 12, да? А, так у нас такое же нульцевое. Да? Да, зачем нам два? Типа мы суровый охотник якут. Твое оружие. Ладно, пусть будет, чё. Главное не затупить. И пустое, беспатронное не вытащить.
Так, ну тут кто-то, короче, уже вживился. О, о, о! Аж чуть подвозбудился даже я немножечко. Еще резиновые патры. Это для кого рогалик? Для церкви. А в прошлый раз мы видели церковь. Так, ну чё, нам, короче, смотреть, что надо сделать. М-лок, да? У нас он поврежденный. Мы, короче, вот так делаем. Вот это нахер. 9 на 19. Вот эту историю мы в руки берем. Мы теперь бесшумные убийцы хитманы. Так. Поменять. Дозаряжаем патров. Где они, девятки? Я только что брал. Вот они. Чипоньк. Теперь резиновые патроны. Ну это же говнопатроны. Не знаю, не убьют зомбака. Не уверен. Теперь объединить так не работает. Меняем. Этот на слотецкий. Эй, не так надо было сделать. Опа. Все, хитман в деле. Короче, мы вообще теперь можем валить народ, бля, бесшумно. Ой, еще один. Ой, нетронутый вообще. Господи. Скручиваем. Или заберем один пестик. А куда нам его девать? Так, патрон мне отдай. Я не так должен был сделать. Ты че, блядь? Вот. Вот так ты должен был сделать. Че, нам нужен второй пестик? Нам просто, блин, его ложить некуда. Класть, ложить. У нас даже кобуришки нет никакой. И на поврежденный нож. Короче, ножи у нас убитые все. Топор нормальный. Ладно, ну в любом случае надо брать нульт. Надо брать нульт. И работать с нульца. Еще у нас есть дигл нетронутый, но у нас нет патров для него и нету обоймы. Слушайте, а может вместо дигла просто второй взять на всякий случай? Вдруг один там поломается или еще что-то. Да нет, че, блядь, причитаю это как бабка, но. Берем, что есть. Все, нормуль. Упаковались, так сказать. А тут больше-то и нет ничего, да? Да. Опа. Чебонь. Погнали, чё. Опачки, смотрите-ка. Меня замуровал кто-то тут. Вы чё, блин? Вот тут открыто. Прикиньте, все двери были бы закрыты, я бы не смог выйти. Мне пришлось... Скотч. Скотч. А мне глушитель не нужен. Зачем мне скотч? Лотов нету. Так, а чё, тут рядом с полицейкой же еще что-то есть, да? Гаражи. Там что-то военное тоже может быть. Ё, ну мы такие нормальные уже солдаты удачи. Ты чё замерз? У тебя шапка меховая и бушлат лучше утепления. У тебя что-то мокрое?
А, влажный рюкзак и влажная обувочка. Так, ладно, значит, нам надо обувку сейчас найти. Сейчас пойдемте вон те еще. Че тут? Не скрипи, не пугай. Вот так-то не стыкливых. Блин, ремонт шин. Блин, тачку бы тоже, кстати, ништяк. Я тут не находил. С камень находил тачку. Моцик несколько раз находил. Правда, кроссовый. Причем один вот только обновление, как помните, вышло. Что-то там про райдеров. Он тоже Hell's Riders, что-то такое называлось там. Кроссовые моцики с черепами козлиными были. На передке. Вот я находил этот моцик. Еще велосипед я находил, только я не помню, в скаме это было или в Дейзи. По-моему, в скаме. На велике тоже прикольно погонять. О, фонарь, фонарь. Фонаря у нас нет. Будет фонарь. Так, что у нас по еде? По еде у нас... для спортера. А, это спортер? Двухстольный дробовик. Не, это дедушкина... Дедушкин дробовик нам не надо, у нас есть помпа, у нас патров нет к помпе. Так, нам бы, честно говоря, водички попить. Да хорош мерзнуть, давай бегай, бегай, бегай. Бегай, прыгай, скакай, разогревайся, чтобы высохла одежда. Есть у хозяева? Резина? Нет. Ну, это уже лучше. Это на мелкую дичь дробиночки. Но они посерьезнее. Чем это? Чем резина-то, да? Ну, резина, наверное, я думаю, убьет тут зомбя. Может, не с выстрела? Ну, с пары выстрелов точно она его укокошит. Правильно? Я ж прав? Не, ну согласись, согласись. Двух ты выстрелов укокошит. Че я возле мусарки этой кручусь? Так, что тут у нас? Ты подвесоны. Спортивная рубашка и толстовка. Не, мы, кстати, нормально одеты. Нам бы вот обувь, да. Обувь бы нам не помешала. Сухая. Так, что это, лапсердак? Потому что у нас влажненькие кроссовочки. А во влажненьких кроссовочках довольно-таки мерзко. Сами понимаете, кто ходил во влажных кроссовках. Не самые лучшие ощущения. Согласитесь. Короче, я не знаю, у нас же карты нету. Ничего нету. Выживаем от третьего лица, потому что... Ну, потому что в скраме от первого выживаем. Тут от третьего. Надо же как-то разнообразить геймплейчик. Хотя бы в мелочах. Я так считаю. О, ништяк. Поношенные. Но они хотя бы сухие. Все. Ништяк, ништяк. И у нас влажный рюкзак. Кипон такой. Пацанчик. Спадика. Пиджак. Так, ну-ка, давайте дальномер заценим. Вижу объект. На улице.
возле танка. Блин, а он не приближает ничего, да? Хреново, чё. А фонаря не было? Батарейки не было. Дальномер, он может как бинокль его использовать. Вот, он расстояние не мерит. Для того, чтобы мерил расстояние, я так понимаю, батарейка нужна. Чик. Есть кто? Вроде нет никого. Быстренько перебегаем. Вот в таких штуках одежда спавнится. Туфли. Низкое утепление. Плохое. Низкое и плохое, чё круче? Я думаю, низкое. Оп! Это смотрите, как он сразу. Как заиграли красками. Туфельки. Брючками. Нормальный парень. В очках. Побитых. Так, хлопушки. Есть куда нам рисунуть? Куда ты их дел? Куда ты хлопья дел? Сюда убрал? Да ладно. Нет, давайте мы сюда бинт уберем. Да нахер выкинем один нож. Бинт уберем. Че вы так много занимаете, а? Лопушки. Йоту берем. Короче, это у нас будет типа аптечки. Настойку уберем. Да? Да. Так оставим. В высоте. Пойдет. Так, что нам еще надо? Нам нужна вода. Вон зомбюха ходит. Эй, я только что тут был. Так, ну что-то достаточно тихо в городе. О, что это за брюки? Повреждено, блин. И, по-моему, какие-то камуфляжные. Так, это полиция. Мы от нее двигаемся. Тут уже кто-то был. Вот, поновее туфельки коричневые. Не, эти поблотнее к белому. Модник. Часы нам не нужны, я думал, консервы. Консервы бы, конечно, пригодились. Так, это что, продуктовый? Да, вон там что-то. Там что-то типа каких-то баррикад. Магазин «Звезда». Ждать есть что? Нету. Вон какие-то баррикады. Там может что-нибудь военное есть. Главное, чтобы нас не вынес никто. Здравствуйте. Ой, вон военные палатки. Ничего себе, это какой-то
Ой, пестик, смотрите-ка. Без патронов и без обоймы. Вот рядом с военными базами или полицайками спаунится, как правило, военный лут. В ближайших постройках, в автомобилях. В скайме, по-моему, такая же история. Но тут, походу, уже подчистили все. Сейчас позырим. Видишь кого? Кто здесь? Туршит. Страшно. Йо, смотрите, что тут. Это вообще бандитские ботинки. Тут что? Дымовая граната. Для гранатомета. Что с ней сделаю? Я, наверное, не могу без гранатомета использовать. Или могу? Дымовая граната. А, я могу только вот так сделать с ней. Я сейчас кину. Я сейчас кину, не подходи. Сам напросился. Блять, она как стучит. Слушай, ну был бы у нас гранатомет, я бы, может, их и забрал. Девятки? Нет, 45-ки. Ну ладно, заберем. А чё, а вдруг пригодятся? Так, ну ничего тут особо и нету, короче. Интересного. Ну, либо уже, короче, все обчистили. Все, как говорится, украдено до нас. Так, а это как будто какой-то военный чулан. А, нет, это теплица. Я думал... Что-то у меня свернулась игра. Я думал, это... Медицинская палатка. Чё он? Бельма выпучил на меня. Есть кто? Есть что? О, хавка. Хавка — это хорошо. Так, я даже... А тут были? Мы вернулись туда, откуда пришли. Этот город водит нас кругами. Тихо. Ах ты, сучка. Я думал, ты это. Уже все того. А ты не того? Йо! Видали? Какой она... Ах ты, извращенка! Фу! Видали, кабачок какой таскала? С тобой огромный. Придется вас устранить, мэм. Работает бесшумный хитман. Так, это без кабачка. Это вроде адекватное. Ну, среднее утепление — это такое себе. Слушайте. А что у нас с бинтами? Не очень, да? Давайте, короче. Мы сейчас вот эту историю.
нарежем на это. О, ой, смотрите, нихера себе присел, блядь. Сразу тебе и топорик. Нарежем на тряпки. 380, и куда мне их? Мне их девать уже некуда. Погоди, а те куда ты дел? Ты что, дурак? Что ты делал? Че, балбес? Он их скинул. Че, дебил кусок? Я объединить хотел. А че, нельзя объединить? Или 35 максимум? А, походу максимум. Не стакаются больше. И у меня еще где-то коробка. А, нет, коробки нет, я же ее открыл. Кабачок, кабачок. Слушайте, мы сейчас кабачка, короче, захаваем. Сейчас мы смотрите, что сделаем. Мы сейчас йодом. Тряпки обработаем. Топорик мы, конечно, заберем. Так. Дезинфицированные тряпочки. Забер. Чего ты делаешь-то? Дурила, блядь. Льет обратно. Тряпочки сюда. Эй, зачем ты их разделил? Так, а чё мы их... Ножичка. Ой, какой ты большой, черт подери. Ты мега большой. Нахер ты мне такой нужен, столько слотов занимаешь. Чё у нас, высох рюкзак? Так. Чё мы там, кабачка давать наебнём? Здорово, а чё, ели сырые кабачки? Я ел, нормальная тема. Точно не отравится. Конечно, лучше их на гриле где-нибудь, на костре приготовить. Или в муке обжарить. Вот, нормально, чё, похавали, подкрепились. У нас, кстати, лежат до хрена патронов. Чё ты тут рогатки раскидала свои? Всё, я кабачок съел. Ничем не могу тебе помочь. Чё тут закрыто? Каска. Нам бы, короче, девяток раздобыть побольше. Ну и хотя бы еще одну обойму для Глока, Глока. О, вот это надо. Смотрите, какие у него руки. Как вот маньяк из фильма ужасов. Такой посиневший, облезлой кожей. Ты кто? Мешок. Ну ничего, ничего у нас. Якутик наш. Потихонечку преображается. Моя столовая. Что там, думаете, можно что-нибудь выхватить? Похавать. Или мы там были уже? Чекнем. А мы тут были уже, нет? Да, по-моему. Короче, да, мы тут были. Двигаемся, знаете, куда?
Вон туда, по направлению ствола. Кряхтит там, блядь. Срать, что ли, сел? Где ты? Не вижу тебя. А как это сел? Че это? Повреждено, высушено. Ё, нам не сильно везет на кабачки. То, что повреждено, я думаю, это на качество продукции не влияет. О-о-о. Лучше утепление. Да не в руки, а на себя надень. Вот так вообще. Ну и чё ты их не такаешь? Двойным нажатием. Падла такая. Вернули. Кабачок захомячим. Кабачковая душа. Любишь кабачки? Так, так высушенная нам еды, да, не пополняет? Так, давай, знаете, что сделаем? Раз пошла такая пьянка. Так, вот так, дозарядим. Где он там, Патрик у нас был один. Куда ты его дел, блядь? Или мы все дозарядили? А, нет, вот, три даже. Все. Патрами борода, бородовая. Меняем, заряжаем. Так, ну чё, один в подствольнике. В стволе, как оно там? Один в стволе. При нас в магазине. Так, в сторону пушки, да, туда. Куда пушка показывает, в ту сторону пойдем. Пушка — это наш ориентир. Так, тут еще одна. Откисшая мадам лежит. Кто-то проводил зачисточку тут. Явно. Пристрастием, так сказать. Заглянул везде. В балкончики, не в балкончики. Так, ну чё, нам бы штаны, конечно, поменять. На какие-нибудь военные. Ага, тут кто-то. Йо, тут кто-то бойню устроил. Смотрите, сколько зомби дохлых. И как давно это было, непонятно. Сумка из мешочной ткани. А у нас рюкзак. 6 слотов, да? 6 на 5. Точно такой же. Нетронутая у нас. У нас школьный рюкзачок тоже нормальный. Как бы. Бля, он и тут. Мон навел. Ага. Сейчас примерим чисто. Ржать на стиле. Ну-ка. Опа, вообще. Вот это Хитман. В белом костюмчике. Вот это натуре Хитман. Якутский Хитман. Так, все, покрасовался. Красава.
Так, нам нужна вода. А лучше какую-нибудь бутылку. Я не знаю, надо быть. Да, и набрать ее. Сейчас пойдем вон там посмотрим. Я не знаю, правда, что это. Какой-то завод. Не завод. Я надеюсь, тут уже нет никого. А, это больничка. Да, видите, зеленый. Слушайте, ну... Тут, я думаю, без толку что-то искать. Потому что... Есть кто-то. Сейчас будем пизды ему давать. Бля, братан, ну ты чё на Хитмана-то вышел? Ты думал вообще? Топором, блин, выходишь. Вот он полицайку залутал, забрал млок. Батарейку я у тебя заберу. Это уничтожено. Ёбку буру я у тебя заберу. Нет, я хочу ее одеть. А куда ты одеваешься? Вместо жилета? Ну-ка. Чё, блядь? Везде сертыгал сюда, да? Ха-ха-ха. Такой, блядь, ковбой. Слушайте, это, конечно, прикольно. Эту опушку можно убрать. О, там даже паттер есть. Ничего себе, я чуть не помню такого. Валя, походу, да? Уже поношены, смотрите. Хотя изначально... Там пестик был не тронут. Ну ладно, это хер с ним. Рюкзак охотника. Ничего себе, у него какой-то блатной рюкзак. А это что? Штаны химкостюма. Низкое утепление у нас. Низкое. Ну-ка. А ты что не одеваешься? Колдун, ебать. Так, давай сбрасывай. О, сбор крови для переливания. Слушай, нормально. А чё я же хотел у него? Зачем я переклад... И ко мне? Охуел. И чё, блядь? Вас. Вас мы заберем. Ну-ка. Хи-хи-хи. А чё, прикольно. Так, ну, не прикольно то, что у нас паттеров нет теперь. Рюкзак в говно. Вас забирай. Ой. А, простите. Спасибо. Что мы еще заберем? Это уничтожено. Штаны 6 на 4. Штаны. А что это? А, это карго, высокое утепление. Слушайте, у него штаны вообще нормальные. И что ты их не одел? Только с пола можешь одевать, сразу не мог. О, вообще нормуль пацанчик вкинулся. Охотничьи штаны.
Ну, карга, будем считать, охотничьи комбаты, рюкзачинский. Нормально. Сейчас мы еще вот это нас не заряжем. Вот эту тему скинем. И возьмем колунище вместо него. Что тут нам еще надо? Набор для переливания. У нас по патрам беда. Ну, курьер нам доставил. Рубашка медик. Курьер нам доставил лута. А, надо было взять, наверное, это, да? Или будем вот так ходить, как ковбой? Как ковбой с кобурой. Че, КВ, пацанчик? На кого батон крошишь? И, наверное, противоударный жилет был бы все-таки получше, да? Ну ладно, уже что, выбор сделан. Не будем особо прям вникать. Блин, пацан нормально залутался. И он, наверное, сейчас расстроился. Активированный уголь. Пригодится. Делай. Где ты, уголь? Блин, у меня рюкзак. Да внутрь ты почему не можешь положить? Че, конченый? Тебя вот так обязательно надо брать? А, я понял. Ах ты, патры туда запихал. Это же у нас аптечка, типа. Ты чем думаешь-то? Братан, ну ты чем думал-то? Это же аптечка. Ёкарный. Бокарный. Так, а зачем мне столько веревок? Слушайте, а я все тут забрал с того рюкзака. Так, а вот эти объединяются, по-моему, да? Нет. Комплект для сбора крови. Вот, смотрите, взять кровь у себя. А потом воспользоваться набором для переливания, если это будет очень плохо. Рюкзак уберем. Хватит крякать там. Блин, что-то такое вообще беспорядок тут навелся. Так, давайте немножко. Сейчас вот сюда еду, вот сюда. Военную. История, бин туда уже не лезет, да? Давайте Toyota тут скинем, он в такой баночке. Патры, шматры, все военные приблуды вот сюда. Этлан пусть тут. Что там еще? Еще патры. Сюда. Переливалки сюда. Сюда. В рюкзаке у нас будет еда. Квасик. Фальшфер. Задницу фальшфер. Еда. Это мы сейчас выпьем. Веревка сюда. 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 Чик-чик-чик. Ну вот. Красотища. Только патров нет, блин. Хреново. Нам бы и жабы найти. Вот, я думаю, пистолетный глушитель, он, о, уже повреждено. Пистолетный глушитель, я думаю, он подойдет на любую пушку, и нам бы, короче, не помешал бы это. Давайте кваса бахнем.
Ваше здоровье. Квас Мэд Монг. Безумная обезьяна? Или что? Монг. Прощённая от манки. Слушайте, ну с обреза тут шуметь, короче. Это... Какой себе. Тётки вон ходят. Блин, ну о чем выскочил-то и напугал меня? Да, я боюсь резких движений. Ой, он тут уже был. От неожиданности я выстрелил. Дрогнула рука. Да не, на самом деле я хотел его припиздюлить. Я просто не думал, что он с топором. Если бы он с такой с волыной пробегал мимо, и я его пах-пах-пах, это было бы... Так, иди по своим делам, ты в магазин шланов. Это он, походу, их всех, да, перепиздил? Ёмку Рэмбо с колуном. Ну все, пизда тебе. Индианка. Нету в тебе ничего, блин. Мне нужна вода. Как минимум. А лучше бутылка воды. Опс. А еще нам бы, знаете что? Вон, рюкзак, походу, на военке там нашел. А еще нам нужна... Швейный набор нужен. Чтобы, короче, зашить. Блин, по хавке тут нормально вообще. У нас больше проблем по воде. Хавка, вот вообще прям не обламываемся. Так, 4 патры, это херово. Нам девятки нужны. Желательно коробка. Желательно парочку. Корабулечек. Опа, выстрел. Слышали? Опа. Погнали на выстрелы. Работает Хитман. Так, что у нас там? Там у нас, по-моему, полицайка. Там идет замесина. Чик-чик. Короче, у нас 3 патра. Нам надо с 3 патров уложить нашу жертву. Вон там где-то выстрелы. Покуха. Кого он долбит? Зомбей? О, вот тут. Тихо-тихо. Не шуми нахуй. Выстрелы прям рядом-рядом. Тихонечко. Вон там где-то в полях вообще. Или вот в этом доме. Палишь, блядь, зомбя нахуй. Там чё, блядь? На стрельбище кто-то нахуй.
Так, видишь кого? А вон там еще дома. Это походу в тех домах, да, стрельба? Опа, иш. Опа, ребза. Иш. Иш. Иш, иш. Нам и нужен, брат. Короче, делаем. Смотрите, что делаем. Что мы делаем? Любом стрелять, пока он там так долго стреляет. Короче, вот эту историю пока скинем. Берем вот так. Заряжаем магазин. Берем вот так. И это одеваем на ежа. Это снимаем вот сюда. Где? Вот. А видишь, у нас получается в кобуре. С ежа будем работать. Ну чё, погнали? Кто это, блядь? Сука такой. Стреляет там. Ну что, ребята? Гетмана в деле. Попробуем сейчас ему пизды дать. Тихонечко, аккуратненько. Открадемся. Вон там дома. Где-то там он стреляет. Кому только непонятно. По зомбиям или по кому. Видишь что-нибудь? Мы еще палимся в этой оранжевой куртке. Ну, да, еще выстрел. Дело настоящего серийного убийцы. Нет, точнее этого, наемного убийцы. Сейчас как он меня, если он с винтовкой какой-нибудь. Как поебал он мне даст нахуй. Ага, вон он. Нет, это в рукопашку их долбит. А он стрелок. Хуй его знает. Пойдемте поближе. Блять, я тут не залезу. Да, он стреляет. Ну что, братан, бля? Сука. Да доставай тут топор, блядь. Он по съебам дал, блядь. А эта сучка нам кровоток пустила. Срочно. Перематываемся. Обрабатываем раны. Да ебаный стыд, блядь. Так. Тряпку. Перевязку. Сука, он в поля ушел.
Хитман лоханулся, слишком большая дистанция была. Но я в него попал. Это однозначно. Так. Давай, что там? Набор для переливания. Так, теперь что? Теперь это надо объединить как-то, правильно я понимаю? Да. Так, главное, чтобы он сейчас не вернулся, но. Так, что у нас получилось? Куда-то убрал, блядь. Вот. Теперь... Сделать переливание себе, нахуй. Сам у себя взял, сам себе залил. Но он в полную, наверное, не зальет. Или зальет. Все? Или что, все кончился? Походу кончился. Пизду этот, короче. Чемодан, блядь. Так, мальчишка в поля ушел. Чуть-чуть мы его не дожали, да? А, ты че еще обойму не поменял? Ёпта, это млок. А нахуй ты млок-то достал? Сильно плечевая кобура уничтожена. Выкинь нахуй тогда. Эй! А, вот он, блядь. Пиздец. Думаю, куда делся-то? Пацан, короче, по тапкам дал. Ходил тут, зомби глушил. Убежал в поля, подстреленный. Подстреленная жертва убежала в поля. Не знаю, мы, наверное, теперь его уже не поймаем. Он, да, он в тот город ушел. Стопудово. Либо где-нибудь в кустах заныкался. Ну-ка, чекнем. О, меряет, а я вроде не заряжал тебя. Бедолаге досталось. Ну, Хитман якутский что-то лоханулся. Не насмерть. Возможно, он истечет. А возможно, и нет. Но огнестрельное ранение он явно получил. Так, а что у нас вон там за город, блин? Так, в общем, что мы делаем? Смотрите, мы сейчас, короче, идем в дом, в тот. О, тачка. Убитая? Ну да, походу, убитая. Что там, шапка? Не, шапка нам не нужна. Идем, короче, вот сюда.
Брюки Капри, а у нас карго. Ёптить. Карго, братан, ну чё ты не запомнишь никак? Короче, что мы делаем? Смотрите, присаживаемся спокойненько. Вот. Короче, нам надо чуть-чуть восстановиться. Для этого мы... Пистолет вот тут пусть будет. Из этого еще паттер потратили. Пинты вот тут пусть будут. Настойка тоже тут пусть будет. Пестик пусть тут будет. А где у нас еще один магазин? А, ну вот он. Нам надо немножечко, короче, похавать, чтобы у нас кровь побыстрее восстанавливалась. Кушаем сливки. Я надеюсь, у него запора не будет. И я надеюсь, это нас тип не будет вычислять. Пилим-пилим, это у меня смс-ка пришла. Так. Потом, что мы берем? Берем вот эту тему. И заряжаем ее, собственно. Заряжаем ее до талого. Ишь, кстати, не такой же, да, пиздатый, я так помню, пистолет. 380 АЦП, такие себе патрончики, да, слабоватые. Не знаю, кто в курсе там. Кто в пушках шарит. А, не объединить, дебил. Можете, короче, написать. Вот, девяточки, наверное, получше. Ну, девяточки, это, наверное, стандарт такой. Для пестика. Но девяточек у нас нет. Зато у нас есть всякие, вон, 308. А дига у нас на каких? На 357. У нас есть один 357. Да, в принципе. Так, более-менее нормально у нас все. Ран продезинфицировал. Он, в принципе, подлечился. А, я сюда зарядил батарейку. Я понял, понял. Все нормально, что. Так. Ну все, мы готовы к новым путешествиям. Ну что, братище, дружище. На этом эпизод будем заканчивать. Если видео понравилось, обязательно влупи лайк. Такой душевный. Подпишись, если не подписан. И ебани от души в бубенцы. Чтобы не пропустить очередное видео. Спасибо тебе за просмотр и до новых встреч. Пока-пока. Обнял.